но сегодня печальные новости про Леонида Агутина. Леонид Агутин накануне выступил на концерте в столице, а сегодня почувствовал недомогание. Артист решил обратиться за помощью к специалистам. Инсайдеры сообщили, что у 55-летнего Леонида Агутина тромб в ноге. Артист пожаловался на сильную боль в конечности и приехал в больницу. Медики провели осмотр и выявили у него тромбоз глубоких вен. Легендарному исполнителю прописали лечение, но пока что медикаментозное. Речи об операции пока не идет. Данную новость пока не прокомментировали ни представители Леонида Агутина, ни он сам. Сейчас у звезд наступает горячая пора корпоратива, а исполнитель хита «Хоп, хей, ла-ла-лей» входит в первый эшелон звезд, которых заказывают действительно крупные компании. Выступление Агутина стоит от 5 до 7 миллионов рублей. Если верить инсайдерам, свободных дат на декабрь уже практически нет. Так что если Агутин реально серьезно болен, ему придется расстаться с крупной суммой денег. Также его ждет горячая пора в январе. 3 числа у него концерт в Сочи, а 5 его уже ждут в Дубае.